Андрей, слышь? Этот танк поднятый со дна Невы. А вот сюда я сам, я не еду сюда. А знаешь, почему белый? Угадай, почему белый? А зимой? Да. Серьезно? Ну-ка, какого образца? О, ты 1932 года. А, принят на вооружение в 1933 году. Он в советско-финляндской войне участвовали, вот такие танки. И вот эти вот тоже. Я тут рисовал, он сам. Ну-ка, это какого года? Т-26. А, Т-26, 31 года. И коктейль Молотова кидали вот сюда вот. Ну, все. Понял, да? Завали. А хотел. О, Люк. Люк тоже взял. Что? Пойдем в музей. Это походу Т-34. А нет, Клим Ворошилов. Это на Кировском заводе выпускали. А, маленький там. Да, КВ. КВ Клим Ворошилов. Ну, маленький. Какого года? А, так это не танк. А, завалили, тут ящик. А только видишь, что это только один пулемет. Ну да. Без пушки. Ну, пулемет на установке. А вот КВ-1. О, я его знаю. Я его просто по виду. Слышишь? Так, стой. Сейчас, погоди.